иранская тема, очень интересная тема. И, в принципе, ей бы хорошо посвятить вообще отдельный концерт. Но вот, если бы это было немножко почаще, может, получилось бы. А так вот, к сожалению, только 2-3 песни. Вот. Иран — это была очень интересная, это была школа, во-первых, международных полетов. И первый опыт жизни за границей, то есть в другом государстве, с другим языком. Вот. И, конечно, там много очень осталось приятных впечатлений и забавных моментов тоже, если вот так покопаться в одном из своих, опять же, очерков, вернее, даже в двух, я описываю в то время жизни в Машхаде. Кстати, он везде там, в интернете называется Мешкет, правильно. Вот. Но все, кто там летал, все его называют Машхад. Иранцы подтвердят, да? Вот. Ну и из забавных моментов, которые вот так вот, если в памяти покопаться, в то время я первый раз там был в 97 году, это был 1376 год по иранскому календарю. Вот. Интересная разница с Новосибирском 2,5 часа, ну и с Москвой, наверное, 1,5, то есть как в другую сторону, я не помню точно. Вот. Новый год у них 21 марта, то есть день весеннего равнодействия. Символ Нового года — это золотые рыбки в аквариуме. В аквариуме, в бассейне, у кого-то все по-разному. Ну и из культуры, что запомнилось, это пение в парилке. То есть парилка большая, просторная. Один человек, там у них какой-то признанный, наверное, был там певец. Он в середине, вокруг него человек 20 сидит. Он пел, они ему там все подхлопывали в такт. Ну и, значит, когда он заканчивал, там были горные аплодисменты. Как-то у нас такого я не видел, поэтому понравилось. Но я не пробовал. Вот. Ну и несколько песен.